Всем привет! Добро пожаловать в мой новый влог. Сегодня у меня будет закупочный влог, как я и говорила в прошлом видео. Покажу вам, что я съездила сегодня, купила быстренько, пока Джулиса была в школе. Вот, я уже занесла все. Сейчас буду доставать сумок и вам показывать. Но прежде хочу показать такой красивый букет. Смотрите, пионы. Это мне подарила Мелисочка. Она часто дарит цветочки мне. Мне было на прошлой неделе не очень хорошо, я себя чувствовала, приболела, вот, и она вот иногда в такие моменты доставляет какие-то для меня радости, вот, что для меня очень-очень дорого. Такой от них аромат исходит, классный, такие вот красивые распускаются. Мелисса подарила мне букет, когда шла со школы, она купила, зашла в магазин и подарила. А Артур утром, вот, я проснулась, и он подарил мне тоже цветочки. Тоже Артур очень часто дарит мне, поэтому у нас цветы практически всегда дома. Вот, очень-очень приятно, когда твои любимые, семья поддерживают тебя в какие-то трудные моменты, какие-то такие неблагоприятные дни. Это очень ценно и очень-очень приятно. Давайте перейдем к нашей закупке. Я купила сегодня вот крыжовник. Цены я вам не скажу, я не помню, но я знаю, что это было в редуцировано, как это, по акциям. Вот. Помню, что крыжовник был 59 центов, поэтому я вот купила две упаковочки. Такой хороший, вкусный. Купила я ананас за 1 евро. Раньше как-то у нас были в центах цены, а сейчас вот чтобы прям 1 евро такая цена никогда не было. Что-то новое, видимо, вводят. Яйца. Я, наверное, цветочки отставлю подальше, чтобы они не мешали. Красота какая. Молоко. Я беру вот такое молоко. Танюша, знаю, что ты меня смотришь, дорогая, поэтому смотри, ты спрашивала, какое я молоко покупаю. Вот такое у нас. Это из магазина Aldi. Вот, читай, смотри. Вот такое молоко. Купила я масло подсолнечное. Так, что тут у нас еще? Груши килограмм. Колбаска вот такая. Я купила вот типа Филадельфии сыр вот такой. Мы идем в гости в воскресенье. Нас пригласили. Гранат. Мы очень любим гранаты. Пригласили нас в гости, поэтому я буду делать десерт клубничный. И также закупилась для, вот, для десерта. Все купила, кроме ягод. Ягоды я куплю свежие в субботу. Сметана. Вот что у нас здесь. Вот такой у меня Артур очень любит. Вот такие пепперони. Они фаршированные, такие перчики остренькие, фаршированные. Тоже вот как Филадельфия, да, или шафскейзе, или просто сыром. Вот, очень вкусные. Я ему готовлю иногда на ужин. Им очень нравится. Мелисочка у меня печет манник. И обычно туда добавляет изюм. Изюм. Вот, я закупила изюм. Уже закончился, она просила. Авокадо. Тоже были по акции. Ой, сколько-то там центов совсем стоили. Вот. Можно вместо масла, кстати. Кто не любит масло, может быть, или считает его жирным, или еще что-то, можно использовать авокадо. Вам совет.
тоже намазывать на масло и заменять масло авокадо. Йогурт мои девчонки вот такой вот любят. Каждому по упаковочке. 4 штучки. Девочкам и папе. Мне нельзя, поэтому я не кушаю его. Танюшка, дорогая моя, ты еще спрашивала. Мы с тобой разговаривали про дрожжи. Смотри, у нас появились дрожжи. Свежих так и нет. А вот хотя бы сухие дрожжи появились. Я взяла 2 упаковочки, потому что нет у нас в магазинах с этим кризисом. Нету дрожжей. Что у нас здесь еще? Сыр. Вот такой сыр. И здесь несколько сортов сыра. Колбаска. Бекон на завтрак. Вот такая куриная. Бешенька. Вот такой вот вкусный сыр баварский. Кальраби. Тоже очень-очень любим. И еще вот такая. Сейчас я переверну. Вот такая колбаска куриная. И салями. Так, одну сумочку мы с вами разобрали. Сейчас я пододвину, отключусь, пододвину вторую, чтобы поудобнее мне было. Я купила фарш говяжий. 2 упаковочки. Вот такое мясо. Тоже было по акции. Вот 30% еще скидочка. На десерт я купила вот такой творог, макароны из твердых сортов пшеницы. Вот такие я покупаю, если я делаю болоньезу или еще что-то, запекаю, я добавляю обычно вот такой, делаю соус. Это перетертые томаты, да? Вот еще фришкейзы, масло, молоко. Вот такие носочки всегда надо девочкам. Масло еще одна упаковочка. Вот тоже были буквально по несколько центов уценили. Сегодня пятница. Обычно часто очень в пятницу уценяют фрукты, овощи, мясо. Вот, поэтому я очень удачно сегодня попала. Было очень много уценки. Вот такие кукис. Это уже вот такие мучные, да, изделия. Булочки французские молочные. Огурчики. Еще одну упаковочку. Смотрите, новое печенье у нас появилось. И тоже, кстати, сразу на скидке попало. Вот, хотим попробовать. Еще ни разу такое не пробовали. Я никогда не видела. Первый раз. У нас, кстати, филиалы Aldi, вот они отличаются. Например, в одном городе одна продукция, а в другом может быть разница, да, что-то новое, что-то интересное, но в другом, например, филиале еще нету. Хлебушек из пекарни. Вот это с тыквой, семечками тыквы. Абрикосы тоже на скидках были. Вот такие молочные, с кремом молочным рожки. Так как Мелисса у нас аллергик, она не все может кушать, поэтому вот для Мелиссы вот такой в школу перекус можно брать. Вафельки. Вот такие мы берем, и очень-очень вкусно. Если кто-то любит грилить, попробуйте погрилить вот эти вафли.
Очень вкусно. Вот мы как-то случайно у нас так получилось, как-то что-то мы делали, и, короче, в общем, я не помню, но как-то очень случайно мы погрилили эти вафли. И нам так понравилось. Я еще делаю крем к ним, соус такой, да, очень вкусно, очень. Поэтому попробуйте. Думаю, что не пожалеете. Цвибок купила у нас Джулиси, когда иногда она себя нехорошо чувствует, она вот кушает сухарики такие. И для десерта я купила мини-винтбой, это у нас называется. Вот такие с ванильным кремом начиненные. Наверное, по-русски профитроли, может быть, или как-то, я не знаю точно. Вот, это на десерт. Продолжаем дальше. Так хорошо, когда дети дома. У меня Ванесса сегодня дома, поэтому она сразу все забрала, сразу же пошла все распаковывать. А я могу дальше снимать. Смотрите, вот яблочки вот такие, это из нашего региона. Яблоки здесь 2 килограмма. Апельсины. Здесь у меня овощи. Нет, это не кабачки, это обожжение, как это, синие вот эти, баклажаны, баклажаны, вот, баклажаны. Я всегда делаю рагу овощное, ну, часто, когда беру, делаю из них, их обычно я беру на овощное рагу, скажем так. Вот, кабачки, цукини пока своих нет. И здесь для наших котиков я беру корм вот такой. Ну, я распаковывать не буду эту сумку тут с кормом дальше. Я просто покажу, достану. А та была с говядиной, вот эта с дичью и трутан. И еще одна с курочкой. Вот такой они кушают. Другой они не кушают. Они рыбку не переносят, к сожалению. Наши британочки, поэтому вот они кушают только такое из этого магазина. Поэтому они приучены были к этой еде, поэтому мы покупаем им тоже такое. Им это идет, и поэтому, ну, мы придерживаемся тому, что им нравится. Из овощей я еще купила помидоры, тоже они были по акции, 50 что ли центов. Ну, что-то такое, в общем, очень дешево. Я не знаю, почему они такие цены сделали, с чем это связано. Ну, в общем, какие-то скидки сегодня, ну, просто супер были скидки. Вот, на веточках так пахнут. И очень хорошие помидоры, очень. То есть, я могу предположить, что там делают, когда там подпортившись какой-то продукт или там еще что-то. Но вот эти очень хорошие овощи. Не знаю, что у них за жест щедрости, ну, в общем, очень приятно.